Привет, ребята! Вы на канале Оля Рейнбоу. Меня зовут Ольга, и сегодня долгожданный урок, в котором мы будем плести на рогатки и сплетем вот таких вот миленьких божьих коровок. Ну что ж, поехали! В этом видеоуроке я буду плести вот эту вот божью коровку, для которой мне понадобятся резиночки двух цветов, черного и красного. Черных резиночек 12, красных 11. И свои резиночки я покупаю в интернет-магазине rainbowland.ru. Ссылочка в описании. Итак, берем рогатку и приступаем к плетению. Начинаем мы плетение с красных резиночек. Я накидываю первую резиночку на правый столбик и прокручиваю в 3 оборотика. 1, 2, 3. Готово. Затем накидываю пару красных резиночек на 2 столбика и скидываю нижнюю резиночку с правого столбика. Опускаем. Затем мы проплетаем пару черных резиночек. Так, накидываю 2 резиночки на 2 столбика и скидываю нижние красные резиночки с правого и с левого столбика. Так, опускаем и проплетем еще пару красных резиночек. Накидываем на 2 столбика и теперь уже скидываем нижние черные резиночки. Так, и немножечко опустим. И сейчас нам надо будет перенести резиночки с левого столбика на правый. Я аккуратненько придерживаю по центру цепочку двумя пальчиками и захватываю вот эту вот пару резиночек и переношу на правый столбик и опускаем их пониже. Затем нам надо будет достать эту цепочку и завести сейчас крючок в самую первую петлю, которая состоит из 3 резиночек. Так, аккуратненько завожу, вот, и накидываю эту петлю на левый столбик. И опускаю резиночки. Проплетаем пару черных резинок. Накидываю 2 резиночки на 2 столбика. И скидываю сейчас резиночки только с левого столбика. Так, перенесла. И проплетаем пару красных. Накидываю на 2 столбика. И сейчас скидываю только черные резиночки. С правого и с левого столбика. Готово. Опустили и перенесем резиночки с левого столбика на правый. Придерживаю по центру резинки и перекидываю красные резиночки на правый столбик. Готово. Давайте достанем нашу фигурку и снова отыскиваем петлю. Вот она у меня по центру. Завожу в нее крючок и накидываю аккуратненько на левый столбик. Есть. Опускаю резиночки, проплетаю сначала красные, накидываю 2 резиночки на 2 столбика и скидываю резинки только с левого столбика. Так, перекинула, опускаю, затем проплетаю черные резиночки, накидываю 2 резиночки и скидываю по паре резиночек, вот эти резинки, справа и с левого столбика. Готово. И осталось проплести последнюю пару красных резиночек. Накидываю на 2 столбика и скидываю только черные резиночки справа и с левого столбика. Есть. Перекинули. Затем мы накидываем черные резиночки на 2 столбика. И скидываем уже все резиночки справа и с левого столбика. Аккуратненько захватываем по паре и переносим их на центр. Таким вот образом перекинули, опускаем резинки и накидываем 3 черных резинки. Я беру 3 резиночки, накидываю на 2 столбика, скидываю по паре резиночек справа с левого столбика и затем проплетаю последнюю черную, накидываю на 2 столбика, на них скидываю по 3 резиночки справа и с левого столбика. Вот, в принципе, и все. Нам надо будет сейчас затянуть узелочек. Можно скинуть эти резиночки на крючок. Что я сейчас делаю? Можно затянуть на рогатки. Давайте я вам покажу, как затянуть на рогатки. Итак, мы перекидываем резиночки
То есть резиночку с правого столбика на левый. Есть. И затем я должна буду перекинуть нижнюю резиночку с левого столбика так вот на центр. И вот так вот потянуть. Снимаем резиночки с рогатки. И вот наш узелочек уже готов. И осталось сделать усики. Делаю при помощи ножниц, то есть я просто отрежу вот эту вот петлю, где-то под серединке обрезаю. И вот такие вот прикольные усики у меня получились. Вот так быстро и легко мы с вами сейчас сплели божью коровку. Давайте немножечко расправим по бокам цепочки. Так, поправим тут головку. Вот такая вот фигурка получилась. Надеюсь, ведерок вам понравился. Не забывайте подписываться на канал. Если понравилось видео, поставьте пальчик вверх. А с вами была Оля Рейнбоу. До новых встреч на моем канале. Всем пока-пока!